Тищенко, который завоевал олимпийское золото в этом самом весе до 57 килограммов. И Гильоргис Гамбоа Толедано, который на олимпиаде выступал в весовой категории до 51 килограмма. То есть через вес перескочил. Трудно даже сказать, насколько мы сейчас надеемся на то, что Алексей Тищенко сломает, вы знаете, вот эту полосу. Это будет серьезный бой, очень сложный поединок, очень боксеры, вы знаете, одного уровня, одного класса, высочайшего класса. И здесь я как представляю, с первых минут пойдет такой жесткий средний бой. Бой на средней дистанции. Максимальное количество ударов. Но я знаю одно, ни один, никто не отступится. Вот, смотрите, что делается. А Тищенко просто так не отдаст. Два высочайших боксера. Так, сейчас зрители в любом случае получат то, что хотели. Ну, Алексей. Тищенко делает то, что всегда делал. Ну что, чей олимпийский чемпион сильнее? Ну, Леша, и взорвается, взрывается. Хорошо он сейчас боксирует. Отрывается и взрывается сразу. Делает разрыв, то есть пропускает соперника и после этого контратакует. И у него неплохо получается. Мне кажется, что Тищенко физически сильнее. И это очень ему сейчас помогает. Это называется, есть скоростная выносливость. Он очень хорошо дышит, он очень хорошо бьет и все время и терпит постоянно. То есть его хватает на все 4 раунда. Ну дай бог, хватит. Ой, отлично. Отлично, попал. Ага, пропустил, сильно пропустил. Ой-ой-ой-ой-ой, ну что ж такое-то? Два боковых удара там было в исполнении кубинца. Мы небольшую паузу сделали. И вот нужно будет просто немножко разорвать. Я вижу, что готовит Алексей. Разорвать дистанцию, контратаковать. Здесь он силен. Мне кажется, что оба вот за эту безумную первую минуту несколько устали. Заканчивается первый раунд. Ну, надо сказать, бескомпромиссно поединок. Да, я думаю, здесь... он таким будет до самого конца. И самое главное, что они немножко похожи. Они серийные, поэтому бой очень красочный. Да. Ну, дамы и господа, вы сами слышите, что творится в зале. Нечего сказать. Красиво. Красиво. Равный пока бой, да, абсолютно. Ну, нет, Тищенко немножко выигрывает. А Тищенко немножко точнее. Вот у них количество ударов, да, знаете, да, пожалуй, что, да. Что Алексей чуть-чуть поточнее и чуть-чуть побыстрее. И чуть побыстрее. Вот смотрите. Вот вам сколько ударов наносит Тищенко, сколько. Вот еще раз обратите внимание. Точнее Тищенко. Почти во всех компонентах он успевает еще защититься. Очень от небольшое преимущество. Но преимущество есть. Пока, да, пока есть. Я ни в коем случае не буду никто это отрицать. Не говорит, что это большое преимущество, но оно есть. И это, видимо, выражено и в судейских записках. Да, 11-9 пока ведет Тищенко. Вот хорошо слева. Немножко не успел. Немножко кубинец раньше прошел дистанцию. Вот хорошо на левой руке. Хорошо, вот то, что надо. Да, пошла рубка. А без этого мы предупреждали, так оно будет с самой первой секунды. Два олимпийских чемпиона. Отлично. Все-таки как хорошо у него проходит слева сбоку у Тищенко. Ну, и слава, и хорошо, что он заканчивает все свои атаки лево-боковым. Обратили внимание? Высочайший темп. Хорошо. Хорошо, хорошо. В разменах лучше сейчас чуть-чуть Тищенко. Точнее.
Немножко справа аккуратненько надо, немножко справа Алексей стал пропускать. Не успевает отойти от правого удара. Устал. Ну и я хочу сказать, Александр, кубинский боксер устает. Конечно, конечно. Но если кубинец устанет, меня это не огорчит. Продолжается это. Рубка, преимущество Тищенко растет. Вот сейчас выходит на передний план физическая подготовка. Я много раз об этом говорю. Вот когда боксеры устали, Александр, и вот есть такая вещь, как скоростная выносливость. Сейчас нужно дышать и бить. То есть кто из них лучше? Но кубинцы всегда блестящие в спортивной форме. Вот в этом обмене ударов, в этом бешеном темпе, они всегда выдерживают 4 раунда. Да. Хорошо. Хорошее настроение в зале сейчас. Половина боя позади. Тищенко ведет, по-моему, 7 очков. Ну, это и по праву. Да. Третий раунд. Не стоять. Немножко остановился, Алексей. Да, и несколько ударов пропустил. Остановился. Не стоять. Надо бросать руки. Прочувствовать и бросать. Сильный удар сейчас пропустил Тищенко. Кубинцу очко сказать, за это не дали, совершенно зря. Когда она больше пропускала сильных ударов. А смотрите, какая передняя рука у Тищенко Алексея. Когда она швыряет, попадает точно. И заканчивает слева сбоку. Вот те вещи, которые проходят наверняка. Мы, наверное, не сможем заглушить этот крик сейчас, даже если очень постараемся. Ну вот прибавь, немножко прибавь, взорвись где-нибудь в середине, еще ты же можешь это сделать. Да, устали боксеры, это понятно. Вот темп, высочайший темп. Да, 10 очков впереди Тищенко. И вот здесь взрыв, это немножко подустал. Немножко вялые стали движения. Но я скажу, Толитанов стал оба устали. Да, Толитанов уж. Я думаю, что вот если они будут боксировать в таком же темпе, я думаю, выше не прибавят, то здесь победа будет за Тищенко. Ну, в любом случае, он немножко такой задел в очках, да. Что ему нужно. И вот здесь нащупал и взорвался. Вот так. Он уже на ногах переигрывает, Толитанов, вы видели? Тищенко переигрывает, он его перечувствовал немножко. И вот сейчас вот я вижу, что... Толедано бросается на Тищенко и промахивается. И Тищенко, ну главное вовремя его подхватить. Нет, самое главное то, что Тищенко ведет по очкам, и то, что Толедано устал. Устал. Хороший сейчас левый боковой опять. И вот здесь, вот хорошо же поймал. Видели, как он его поймал на ногах? Да. Когда Толедано несколько раз ударил в воздух. Да, ну кажется, наш олимпийский чемпион одержит первую победу этим вечером и исправит несколько настроений. Александр, давайте мы не будем с вами сейчас говорить о том, что закончится бой, и мы с вами вздохнем немножко. Я не вижу, как Гамбоа Толедано может победить. Он очень сильно уступает по очкам. И устал. И устал, да, и что устал. Самое главное, да. Отыграть 13 очков у Тищенко за один раунд. Но тут надо быть очень внимательным, потому что вот смотрите на секунданта Тищенко, Толедано, на секунданта
от кубинской команды. Они его сейчас накачали. И ребят сказали, нужно родине отдать все. Ну, нельзя отдать родине то, чего у тебя нет. Тищенко некуда спешить. Он может, это правда. Он это может спокойно вот это так правда. Вот это так правда. Вот на ногах. Но передней рукой нужно Тищенко боксировать. Но вот передней рукой не надо забывать переднюю левую руку. Он ей великолепно встречает. Хорошо, хорошо. Вот видите, как он передней рукой все время подхватывает коллегу. Да. Уходит в отрыв Тищенко. Он явно свежее, он явно сильнее. Да, удался бой. Удался бой на славу. Пятьдесят секунд до конца. А Толедано, Александр, вы со мной согласитесь, ему нечем идти вперед. Да, нечем. Да, я вижу, что он подустал. Ох, сейчас ноги так подогнулись. А у кубинца от удара справа. Алексей Тищенко. Очень уверенно заканчивает Тищенко. Он еще и наращивает преимущество. Ну что, через руку ударил кубинец. Попытался. Да передней рукой достает Тищенко. Ну, слава богу. Все. Отлично. Все, все. Первая победа у нашей сборной есть. Немножко, да, воспряли отошло, все, да, немножко. Все воспряли немножко духом, и мы в том числе. Следующий Храчев выходит. Ну, давайте пока, поторжествуем пока. 47-28. Победил Алексей Тищенко. И счет становится 3-1. Пока в пользу Кубы.